простенький рисунок с помощью механического карандаша линера. Сначала, как всегда, обводим контур, маленькие детализации, пока что еще не проработанные, немножко только делаем. Потом уже прорисовываем с помощью карандаша Kohinoor Silk Black, очень-очень такой темный, потому что обычный карандаш, он серый. Если только нажимаешь очень сильно, тогда он становится таким темным. Но вот этот вот карандаш, он сразу темный. И когда ты прорисовываешь такие детальки, он показывает, что там черный, значит черный, четко черный. Еще нам понадобится растушевка, чтобы проработать до конца этот рисунок. Вот мы видим, мелкие линии пускаем наверх, якобы это цветы такие. Надо будет еще точечки сделать с помощью линера, маленькие такие точечки. Вот, и уже совсем другой вид. Ну и еще детали от нас остаются, это лепестки цветка. Дорисовываем их уже с помощью опять карандаша. Обычный карандаш, не механический, тот, который толстый, чтобы было сразу понятно, что это лепестки. Такими движениями резкими, оп-оп, и это от него уже идут. Мы видим, вот они реалистичны, где-то светлее, где-то темнее. Нужно всегда делать как бы синхронно стараться, потому что с одной стороны некрасиво будет.